Сделаем перерыв и попробуем одно упражнение. Представьте, что я Сидни. Я скучаю. Знаю, что не стоит, но все равно о тебе думаю. Ну еще бы. Сериал от Netflix. Когда-то я верила, что человек сам выбирает свой путь. Но есть нечто гораздо сильнее свободы воли. Желание. От режиссера 50 оттенков серого. Джейн, наша задача слушать, а потом мы возвращаемся к своей жизни, а не к своей. Только не надо опять работу мешать с личной жизнью. Где была? Я же говорила. Я помню. Но где ты была на самом деле? 30 июня. Ты нарушила все возможные границы. Наоми Уоттс. У меня такое чувство, будто я два разных человека. И я не знаю, какой из них настоящий. Я не могу понять, кто из них главный. Не надоело постоянно пиздой думать? Тешите свое эго, когда людьми манипулируете. Боюсь, наше время вышло. Цыганка. Смотрите все серии 30 июня.